Ну, блин, ну... Бред. А он самое большое расстояние вроде бы было. А прям вообще не было ощущения, что он близко падает. Чё за хитбоксы огромные у них? Можно было, кстати, перемотать и попробовать просто проверить вообще, было ли там возможно аккуратно взять, развернуться и чтобы удар не прошел или никак. Потому что по ощущениям можно было аккуратно взять это. Просто надо было супер как-то сейвово, я не знаю, там пиксель перфектно останавливаться. А вот, а если хотя бы на пиксель сдвинуться в сторону, то уже все. Ну, это один из таких моментов, который, типа, кажется, что это вообще изи, а на самом деле... На самом деле там какая-то, блин, реально... Такая ёла-острота, которая... Невозможно как-то тут здраво, адекватно риски оценить. Потому что, опять же, если бы я знал, что не получится так сделать, я бы сделал по-другому. Но я даже не подумал, что что-то может не так пойти. Это не тот случай, когда я прям осознанно шел на риск. Такие случаи тоже бывают, когда другого выбора просто нет, вам приходится рисковать. Саб 20. Почти голда, ничего себе. Ну, в последнее время у меня реально на... Уже несколько стримов подряд я делаю вот... Один или даже два... Два раза таких топовых уровней на саб 20. Я, правда, не помню, хоть раз мне после таких мурен морг же давал или нет. Такое ощущение, что ни разу. Да, определенно один из лучших заходов к маржу. Блин. Ранний прыжок. Плюс полсекунды. Хотя не было, да, тут в основном всем... Все куда-то ушли, и... Чат замолчал резко. Блин, а так бы был минус от Вэра, кстати. Я в таких случаях всегда... Меня раздражает то, что если сейчас конек не даст, то я буду думать, что если бы я там на марже, значит, не потерял эти полсекунды, то конек бы точно дал. То есть анти-манип сработал.
Ну я же говорю, блин, антиманик дурацкий. Не дал. А так бы по-любому дал, блин. И на полсекунды быстрее там ближе конек бы дал. А так не дал. Потому что я полсекунды эти потратил, сбил. Топ, по-любому был топ конек, там топ Уксула, а я все сбил свои руины, блин, дебильные. Первая кала. Ну да, первая. Вторая это топовая, в том-то и дело. Первая кала, вторая топовая. Так что если после первой я буду идти в минус, то после второй все равно в плюс иду. Мне нужен хороший запас, а не эта фигня. Салов, ну у тебя-то понятное дело. Блин, ну это что такое? Да, это антиманип был. Галёный антиманипа. Вот, и на Урсулу тоже антиманип сработал. А может нет? Блин, кидай. Ладно, Урсула еще более-менее. Но не саб 20. Ну у меня был уже такой пейс, я сейчас... Да нет, это так себе Урсула, надо еще... С таким пейсом надо еще лучше. Потому что сейчас ПБ не будет. У меня слишком хорошая Урсула тут. Ничего себе, блин. А это не саб-дестройер. Это не саб-дестройер. Или саб. Или не саб. А может и саб. Ну, и ч... ну блин, я не верил в ПВ, если честно. Я думал, будет плюс. И там... типа, ну, в ноль выйду в лучшем случае. Ну посмотрим, я это выложу и там пересчитают. Если саб дестроек, то наверное дроп, а если не саб, то не знаю даже. Да не, наверное, ну типа дропать, не дропать, я не знаю.